Начинается третья серия. Сейчас у нас машина пустая, но через одну минуту она будет полная. Не верите? Сейчас проверим. А это вилы, с помощью которых можно кушать спагетти. Вообще у нас очень хороший коллектив, особенно наш руководитель. Он заботится о нас, приносит нам туалетную бумагу, рукавицы, мыло. Одним словом, замечательный человек. Можно таким руководителем не только гордиться, а и даже восхваляться. Вы со мной согласны?